Этот номер посвящен такому прекрасному явлению, как северное сияние, которое можно увидеть в северных странах и в том числе в Швеции. Музыку для этого номера написал Андреас Клираб, или просто Клираб, как он сам себя называет. Он известный шведский продюсер, композитор и барабанщик. Сейчас у него своя группа «Me and My», которая в 2011-м выпустила дебютный альбом. Итак, внимание. Итак, напоминаю, дорогие друзья, голосование уже закончилось. Сейчас идет подсчет голосов и обработка данных. Нужно сложить результаты голосования телезрителей всей Европы с результатами голосования жюри в разных странах. И уже скоро наступит развязка, друзья. Скоро мы узнаем, какие 10 стран пройдут в финал и будет ли там Россия.